Уверен, что у всех тех, кто будет присутствовать в зале, будет прекрасное настроение и до, и после самого Кубка КВН. Настало то самое долгожданное событие – Кубок КВН в Синь России. С вами снова я, Лера Кан, и мы начинаем. Прямо сейчас проходит генеральная репетиция Кубка КВН в Синь России. Последние штрихи, последние поправки и уточнения. Проделана колоссальная работа как редакторами, так и командами. На репетиции это одно, а на сцене это вообще другие эмоции. На сцене легче, намного. Намного. Вот я вообще первый раз выступала, мне было вообще легко, честно. Все прошло шикарно и отлично. Мне сегодня приснился вещий сон. Как будто сам директор СИН вручил кубок победителя. Поздравляем! Поздравляем! Подождите. Здесь же нет директора СИН. Здесь генерал Матвиенко. Секунду. Так, все нормально. Генерал Матвиенко собрал кубок у директора СИН и вручил его нам. Команды КВН уже опробовали стоять на сцене во время фестиваля. И покорить ее во второй раз им не составит труда. И когда уже все, ты стоишь за сценой, за кулисами, ты ждешь, что вот сейчас музыка начнется. Это все, это прямо все падает у тебя, ты думаешь, господи, а дай же бог. А трудная вот эта подготовка-то, как нам давалось это? ТикТок пришел в уголовно-исполнительную систему. Скорее всего, следующего года, если все получится, будем еще больше готовы и лучше. Кузбасску привет! Да, передаем привет Кузбасскому институту Син России, всем курсантам, всем постоянному переменному составу. Спасибо отдельное руководству института, чтобы все-таки нам дали такую возможность поехать сюда и показать себя. Спасибо. Дорогие мои осужденные, а сейчас под мою любимую песню достаем телефончики и включаем фонарики. О, спасибо, Баста, давно я писал. Сотрудники со всех территориальных органов нашей страны жаждут попасть на такое яркое мероприятие. То, что мы показали, это получается всего лишь треть того, что будет на Кубке в СИН, поэтому я думаю, будет в три раза лучше, чем сегодня. Это точно. Минимум. Мы рассчитываем удивлять, как правильный вопрос задали. Музыкальными номерами в основном, взрослым юмором, жизненным юмором. Ну и приложение Мир Пэй Май. Платежная система. Да, но там есть один нюанс. Когда карточкой расплачиваешься, там музыка начинает играть. Люди выходят на улицу городов. Сюганов с матросами из Кронштадта идет к Зимнему дворцу. Аврора снимается с якоря. Из мавзолея доносится. Время пришло! У нас сделаны секретные приемы. Мы будем показывать обаянием. У нас столько изюминок. Очумейте. Да зачем раскрывать вообще все секреты? Так же будет неинтересно. Все сами увидите. Охранник, охранник, тебе кричат порой. Охранник. Но это дядя Ваня. В свое время он поработал во всех правоохранительных органах. Ну а сейчас он на пике своей карьеры. Он охранник в супермаркете. Я, между прочим,
между прочим, как и вы, обладаю властью над людьми. Могу показать и туалет. А могу не показать! Самый вот прям только выход, только начинаешь выходить, и это самый тяжелый момент. Уже выходишь, все, волнения никакого, но уверенности делаешь красиво. Сотрудник СИМ на поле чудес. Ну, спасибо, так сказать, за подарки, за ваши вот эти вот нарды, но... Но, может быть, я все-таки задам вопрос... Подождите, Леонид Аркадьевич, вам еще приготовят вопрос к каталоге подарки в студию! Заряд бодрости, громкие рукоплескания и отличное настроение покорят этот гранд-отель. Мы желаем всем участникам провести этот вечер с удовольствием, получить много прекрасных эмоций и незаменимый опыт игры в КВН. Такой прекрасный вечер. Я столько записала шуток для своих будущих корпоративов. Вам понравилось? По результатам кубка третье место разделили сборная команды «Везучий случай» и команда из Мурманска «Шпроты». Серебро взяла команда из Свердловской области «Отбоя нет». В тюрьме люди должны служить твердые, добрые и веселые. Ну а победителями кубка стала команда из Северной Осетии «Зона комфорта». Мы поздравляем победителей, а остальным желаем удачи в следующих играх. С вами была Лера Кан, специально для СИН России. Увидимся в следующем году. Если бы нам тогда сказали, за мечтой без оглядки, что будут жить меня на сцене, я бы сказал, не гоните, ребятки. Каждый хочет услышать заветную фразу. Вы чемпионы, но мы вечно с вами без крови. В следующем году. До свидания.